пятнистого оленя можно назвать одним из красивейших, если не самым красивым из всех оленей. Так писал знаменитый Брем. Пятнистый олень в Дагестане. Трудно было ему, жителю уссурийской тайги, привыкнуть к горному краю. Забота человека, его ласка, помогли освоиться новоселу. Главный егерь-оленевод Бекмурза Мусаузов ласково зовет своих питомцев Мосеньки. И Мосеньки послушно идут за ним. Любят они своего доброго друга. Еще 7 лет назад никто не верил, что здесь, в Алмакской долине, приживутся обитатели Приморского края. Директор совхоза «Алмак» Шихмирза Агуев рискнул. Семь лет. За эти годы 300 его питомцев превратились в огромное стадо. Алмакская долина. Она собрала все лучшие краски Дагестана. И одним из ее украшений стал гордый олень.
За эти годы ни разу не вспугнул его выстрел охотника. Оленеводы мечтают о том, чтобы в самых высокогорных районах под облаками Дагестана расцвел чудо-цветок. Пятнистый олень.